Боже милость, сегодня грешен. Дай мне, Господи, помилуй меня. И счастливо, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарю Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и на земных Твоих благ, не лишилась и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелась и спаси, мир дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава за все Господу нашему Иисусу Христу. Спаси Христос! Спаси Христос! Показывайте, где вы спали, все, видите? Да, хорошо. Спали мы. Быстренько, только быстренько. Где на кухне готовили, что? Как они заскучились по папочке. Вот, быстренько. Где сумки ваши? Где сумки ваши? Заходи туда, посмотри, ты пройди туда один раз, пройди до конца. Сейчас он занят. Сейчас. Там что достал? А вот это? Это тоже наше? Да, это все наше. Все, вот забираем. Вот такая спальня. Наши некоторые не наши. Все равно надо собрать. Да мы не забываем. Хотите, я вам помогу? Сумочки. От гостевая. Месяц прошел. О, а что такое зеркало у вас заляпано это? Не знаю. Кто-то его целовал. Зато самого себя видишь там. Надо же протирать его. Что у нас? Кто-то его поцеловал. Я видела. Что еще брать? Покажи. Агния, покажи, что брать надо. Вот сумка. Это скрипка и гуманитарка. Знаете, Тихоныч, я сейчас вам вытащу пакетик с рыбой, возьмете? Потому что кошка у нас не съедает. Да. Положи сюда, я вас погубил. Если хотите, еще лобой съедать. Ура! Агния, положи сюда сумки и... Послушай, подожди. Кажется, скрипка была, я даже ни одного звука не слышал. Я хочу, папа, забирай. Давай, хоть маленько сыграй. А что ты полилась? Я тебе говорила. Ладно, здесь. Давай, стул ей принеси. Не нужен мне стул. Зачем ей стул? Не надо ей стул. Она вот так. Давай, самый любимый твой, сыграй. Ты подвиг так. Играй пираты, крики. Хуже будет. Так, тихо. Маша, отойди. Тихо, не мешайте. Это книги. Ну, если боком только повернешь. Черно сыграть. Подожди, подожди. А почему ты такая маленькая? Ну как так-то? Я не слышал даже ни разу. На аккордеоне там баяне играли, слышал. А что ты там делаешь? Это типа кусочек канифоль. А что такое? Канифоль? А это что, леска что ли это? Нет, это конский волос. Конский волос? Ну это все же легче перевозить, чем пианино-то. Это где-то конский волос у нее. Ладно. Так. Тихо. Девочки, не толкните. Нет. Тихо, тихо, тихо. Помогите как-то. Не надо мне ничего помогать. Окей.
Что-то похоже на туркменскую какую-то. Леонида, что-нибудь радостное. Как? Домой. Это радость. Пираты Карибского моря. Из фильма, в общем. Из фильма? Да. Есть что-нибудь радостное такое? Еще что-нибудь. На счастье, домой, ура. Знаю, так, а там, может быть, она оттуда и есть песня-то какая-нибудь. Маленькая гитара. Ладно. Ладно. Возрадуй нас. У меня в тумбочке, да. Улетела домой. Двуручную пилу принесите. Двуручную пилу. Большой нож подкрывайте. Пилить и резать. А ты на гитаре. Вот так. Ровно месяц прошел, как мы приехали. 10-го, завтра 10-е. Крылатые качели. А он играл на костре. На костре не один раз уже играл на гитаре. Сейчас показывает. Так, тихонько. Пилу. Ну это, наверное, положить, это оно не удержит его. Да. Положи в карман. Нет, не идет. Что, убрать, наверное, надо? Нет? А ну-ка, убери ее. Ага, она так лучше будет. Это не авария, это значит, что ты не авария. Я приезжаю. Встречу с ним. Так, все. Там надо. Отложи пока там калейдоскоп. Мамы еще нету. Пилить сейчас будешь. Нет. Нет. Так, Саша, смотри на нее сейчас. Кепку. Тихо. Так, убери руку, а то прижмет. Куда ты лезешь? Вот сюда, иди рядом. Нестор, зачем ты лезешь вообще к двери? Кто тебя просит? Так, ливер. Отошел в сторону. Все подойдите. Из-за. Где остальные? Куда делись? Что? Так, еще один. Как это называется? Пила. Пила. А это? Нож. Нож. Пилой что делали вы? Пилили. Пилили. А ножом? Оскурили. Оскурили. О, посмотри, еще у нас тут. Гляди, какие сваи. Еще оскурить будем. С голоду уже они теперь не умрут. Где-нибудь все равно найдут работу себе. На шкуре. Прощание с пилой и с ножом. Они знают, как ими работать. Да. Вот так. Посмотри. Хорошо пилили. Говорят, лагеря какие есть. Это, такого нету нигде. Двуручная пила. Она не требует ничего, кроме сноровки. Ни бензина, ни электричества. Так, отнеси. На, нет. Нужно электричество. Так, что я вон говорю. Грачей сколько, гляньте. Над лесом. Ну-ка, приблизься. И они садятся здесь. Обломят сучки. Так, кто принес это нож? Нет. Потихоньку отнеси его туда. На, не повреди. Так, тихонько только. Туда время проходило не зря, до обеда работали. Ходили, жуков ловили, жуков. Потом их жгли бензином. Что еще делали? Соле. Да, пололи. Пололи огород. Не требуется для школы. Ну лагеря-то же больше нету. Вообще ну, бы хорошо. Нету, но действительно школа правда. Есть, а школа? Школа есть. Мы были в деревне. Ну теперь насчет лагеря ты права. Дело в том, что... Если можете дать две справки, нет, то хорошо бы. Я не знаю тогда, как сделать, чтобы обмана-то не было.
на старом и сказать бывший детский лагерь. Бывший, потому что мы все правила, все перенесли сюда. И Бог миловал, за целый месяц никого не было. Начальник уголовного розыска, кто приехал, поздоровался и поехал. А мы смотрели с Сашей ролик. Говоришь, привет, пока. Нормально. Совершенно. Вот как Бог подал защиту. У нас холодильные установки, морозилки тут теперь, все есть. Я придумала, что там можно морозить. Там хлеб можно морозить. О. Зачем? О. А чтобы он не гнил, не киснел, не плесневел. Да, а потом доставать по несколько булок, и тоже хорошо. Морозильная камера большая. Он не будет большая. Мокрый. Пакетики, ну, надо попробовать. Но сегодня мы практически лишаемся. Давайте еще раз посчитаем. Пятеро эти уезжают. Те было четверо, поехали Кемерово. Это 4-9. А Надежда это 10. Так, еще кто уехал у нас? Беременная женщина Анжелика. А? Анжелика. Анжелика Виталий. Ангелина и Виталий. Ну, я посчитал. А, ну алтайцы тогда? 4? Да, 14 человек. Трое алтайцев. Ага. 13 человек. 13 человек мы сегодня 13. Решаемся сразу. 13. Так, сестры, вы все принимаете у Гали, чтобы не искали где что. Откроем тайны, где что там у тебя хранится. Тайну открыла. Так, это из Канады приехали. А этот ушел где-то, он украинец, но работает в Италии, из Италии. Он с Виктором поехал. Да, за медом в соседней деревне. Не ладно то, что бульдозера нет. И погода. Уже все готово. Все. Завезли камни, сваи забили. Но только хотели сделать так, чтобы вода текла, люди проезжали, а не размывало. И вот на меня есть смысл. Весной заново сметает. Отсюда он до дома примерно такая прорва. Ну как горняя река. Мы там 160 свай забили, протравили их. Кирпичом забили, а когда уже утопшит бульдозер, а он 17 тонн весит, тогда сверху бутовым камнем, как горную дорогу сделать, чтобы вода шла. И вот так думаем, не знаю. Даже оттуда передали с Барнаула, чтобы помолились, чтобы погода была. То есть они хотят и не могут проехать. Бульдозер-то на большой платформе. В прошлом году они ехали, немножко здесь наклонилось, и дальше никак. Пока не вызвали отсюда Терентия. Он сползает. Что спрашивают? На железо, на железе. Ну все, ничто вас не удерживает. Собирайтесь. Ну, все. Загружайтесь, поехали. Давайте. Ну что, обнимемся. Поблагодарим. Спаси Христос. И вас спаси Христос. Но жили мы хорошо. Володя, спаси Христос, спасибо. Принял нас в своем доме. Спасибо. Молитвы да. И хозяин. Божьим было занятие. Сегодня вот посмотрели фильм. Давайте на молитву. Поблагодарим. Кепки сняли? Господи Боже наш, слава Тебе! Мы просим Твоей милости на отъезжающих и приезжающих. Благослови их и сохрани от всякого рода зла. Добрый ангел да сопутствует им. И нас помилуй милости Твоя ради. Доброе да даст и плоды добрые. А недоброе да будет предано забвению, истребленное и не повторится. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пока не уехали, сразу спрошу, обиды какие есть? Нет. Нет. Да нет. Что обида? Не пристрелочное чувство обида. Давай, все, давайте. Тарасик, ему слепо. Туалет сходите. Мы же постарались. Интернет выставили, там такие отзывы. Это надо окна, дверь открыть, чтобы весь мир слушал. Ну и правда, играет отлично. До свидания, Василий. Спаси Христос. Мы тоже ждем вас в следующем году. Это я, да, фотография. Все, Никита, давай, с Богом. Держись. Кирилл из-за этого вообще. Надо Кириллу написать, сказать, так, Кирилл, что такое? Я знаю. Почему за ваши Евангелие людей увольняют? Понимаете, они переходят границу, а это означает, они посягают на как Озия. С
царь был, а посягнул кадильницу, и Бог покрыл проказы и все. Это даром не пройдет. Арестовали Библии синодального издания, везли в Владивосток и здесь где-то около Ленинграда, Санкт-Петербурга, и не отдают. И не отдают, и держат сколько. Это кто? В интернете все сейчас известно. А кто арестовал-то? Ну, таможня. Таможня арестовал? Таможня. Таможня. И они ищут, их 110 тысяч, только Роспотребнадзор, 110 тысяч человек. Это 11 дивизий. И они получают не по 2 рубля в месяц. Ну да. Ну нас-то в прошлом году они выдвинули, а нам только хорошо. Было у нас все. Так. Девочек не наказывал, а Тарасе пришлось даже наказать. Короче, там надо наказывать. Но он, понимаешь, он стал обижать кого-то. И такое дело было. Видишь? Ну, все по-хорошему. Вреда такого не было, но было такое. Ну, ты только оставил, они четырем. 4 черёбочка у меня, вот такой толстый, кору порубили. Порубили, там ее теперь мы обмотали, сделали. Я им дал рубить. Вон тон, видно, дальше куст растет клёна. А теперь чем? Железяками. Они до обеда долбили его. У него энергия. Через край. Ухаживайте. Все, садитесь. Гуляевы занимаем места согласно посадочным талонам. От нас что-нибудь надо, просите. Ничего не надо. До полчаса. Все нам надо. Лиза, дай обниму тебя. Ты говоришь, что сейчас в следующем году ровно месяц проблем, как один день пролетело. Уж простите ради Христа, если Господь просил, меня, конечно, не за что прощали, я это знаю. В купале сходили, мы же новое церковь сделали, а мне такое было, сейчас вот такое. И там ничего нет, чисто, новое. Красота. Деревья можно видеть, березы, а так осенние. А, с Богом, с Богом. Давай. У нас много было хороших щитов. Ну все, Ливия. Так, все, садись. Пока-пока. Богом. Богом. Мы не прощаемся, вы же вернетесь. Увидимся в среду. Увидимся. Вы же немножко побудете. Слушай, не брось, не грызи. Мы же чуть-чуть дома, потом встретим. Не-не-не. Увидимся в среду, тетя. Туда? Туда, аж туда. Увидимся в среду. Все, все, садитесь. Ну все, с Богом, благословляйте. С Богом. 12 человек, это очень заметно. На себя надо. Все, не... на себя. Оставайтесь. На себя все. Еще эти пороги проблемы. Шины наполовину сплошные. Главное доезжай сюда еще. Вам шины надо подкачать. Не Тарас? Нет. Просит. Это Никитины, по-моему. Никину куртку не надо брать. Еще раз помните, где сейчас положили. Не забыли ничего? Вроде все забрали. Ну что, я не у чужих оставляю. Ну, Володя потом найдет. Да. Перешлем. Дядьки родного оставляем. Вам шины надо подкачать. Вам денег не нужно? Нет, подкачать. Шины надо подкачать, сзади. Нет, это просто вещей много у них. Наверное, загрузка большая. Да, загрузка большая. Ну, все равно подкачать. Пока-пока. Взял и увез. Зачем это они ему столько? Да, вот зачем это ему столько? Вон еще. Вот и все. Все. Настал час разлуки. Пришло расставание. Здесь в мире все время проходит скорбя.
Фух, понюхай пальцы. Куп-куп. Вот так повернули. Все, с Богом. Ну давайте идите, кто купать или куда, Володя, веди. Мальчишек, иди купаться, потом выведите сюда, когда Березняка пройдете, и туда, на ту сторону. Угу. Так, берите кружки, ведра. Я очень быстро бегу, вперед! Вперед!